Огненные шарики. Так, хорошо. И не забывайте, что волшебник прежде всего художник. Огонь должен идти у него изнутри. Главное – чувствовать кисть. Попробуйте теперь энергично послать шар вперед, тут же его поймайте и оттяните назад. Хорошо. Молодцы. Ой. Аленка, ты что делаешь? Это, конечно, оригинально, но не по теме урока. Прошу вас, будьте внимательнее. Простите, пожалуйста. Ну-ну, не нужно так расстраиваться. Позанимайтесь как следует, и у вас тоже все получится. А теперь я бы хотел взять чей-нибудь шар для исследований. Ой, мой, возьмите мой. А у меня, смотрите, как он танцевать может. Мой, пожалуйста, мой. Нет, мой. Ну-ка. О, вот, пожалуй. Победила. Девочки, вы что? В следующий раз возьму кого-нибудь другого. Профессор, а раз я самая лучшая, можно мне Аленку поучить? У нее ведь ничего не выходит. Ха, самая лучшая. Ну, разумеется. Только запомните, запускать шары можно только в классе. Здесь установлена специальная противопожарная защита. Профессор, получилось? Да, господин директор. В молодости я был чемпионом по этой игре. Выбрал самый юркий и осмысленный шар, как мне показалось. Очень хорошо. Наши, конечно, тоже не так плохи. Но вы правы. Уже хочется чего-то более яркого. В наших как-то остроты не хватает. Остроты и непредсказуемости, я бы сказал. Вот, золотые слова. Именно непредсказуемость. Ну что, начнем? Смотри, можно вот так. А теперь вот. Я вообще с ним могу делать все, что угодно. Аленка, ты вообще меня не слушаешь? Я для кого тут стараюсь? Давай пробуй. Соня, пойдем, а? Ты же видишь, нет у меня огня. Ни капельки. Я, наверное, не волшебница. Да. Ну, вообще-то ты права. Как-то с волшебством у тебя не очень. Ну, я сделала все, что могла. Готовы? Готов, да. Ну все, поехали. Браво, отличный удар. Давайте, профессор. Следующий уровень. Видал? О! Погодите, господин директор. Ковер прогорел. Марлен опять выговор сделает. Да ладно вам. 15 очков. Каково? Ну, ковер. Мы развернем его другой стороной. Она ничего не заметит. Давайте, профессор. Теперь ваша очередь. Нет, нормально, да? Она самая лучшая. Девочки, смотрите, как можно. Ого, здорово. Девочки, горим. Где огнетушитель? Посмотри там. Тут его нет. Что ж такое? Надо отделом, бей его. Имей в виду, если тебя будут отчислять, то мы за тебя горой встанем. Тушите! А не получается! Бей его! Да что же такое? Ну и что, что ты не волшебница? Подумаешь. Мы тебя все равно любим. Господин директор. Нет, не перебивайте. У меня еще один удар. По-моему, горят портьеры в комнате у девочек. У девочек? Что же вы молчите? Помогите! Кто-нибудь! Девочки!
Даже следов пожара не осталось. Аленка, ну ты даешь. Ты нас всех спасла, Аленушка. Ты нас спасла. Аленка, спасибо. Молодец. Простите, что мы без стука, но дело в том, что поступило срочное сообщение. У вас все в порядке? Спасибо, господин директор. Все в порядке. Прекрасно. Прекрасно. Но, однако, у вас прохладно. И даже не прохладно, а холодно. Вон иней на стенах. Профессор. Господин директор, мы не загасили ваш ковер. По-моему. Нам надо проверить отопление. Аленка, это всем нам надо у тебя учиться. Ты самая настоящая волшебница. Привет! Мы царевны. Подписывайся на наш канал. Пятница, 13-е. Ну что, вроде спят. Все, ушли. Суженый, ряженый, приди ко мне. Стой, нам не просто суженый нужен, а принц. А на принца короной гадают. Смотрите. Зеркало, зеркало, отдам тебе корону. Покажи дворца окно, там, где милого лицо. Ну? Что-нибудь видно? А где принц-то? Видно что-нибудь. Сейчас, сейчас, куда вы так спешите? Ой, да понятно уже все с твоим принцем. Ой, девочки, это карты, что ли? Откуда они у нас? Давайте лучше на картах гадать. Вам шах, господин директор. Шах? Да, действительно, опасное положение. Опасное. Я знаю отличное гадание на даму пик. Страшное. Зачем нам страшное? Нам же романтичное нужно. Что это она летает? Это что, такое гадание? Ой! Господин директор, уж полночь. Да-да-да, близится, а Германа все нет. Сейчас, сейчас, профессор, сейчас, еще немного. Пока вы думаете, я, пожалуй, загляну еще раз к девочкам. Все-таки пятница 13-е. Хорошо, хорошо. Где она? Куда-то делась? Только этого не хватало. Гадали, значит. А я вам что говорил? Ни в коем случае. А особенно сегодня, в пятницу. Куда делся профессор? И зеркало разбилось. Смотрите! Бедненький. Ты что? Вдруг зеркало тебя тоже втянет? Ничего не втянет. Оно же разбилось. Давайте сложим осколки, вдруг мы сможем освободить профессора. Быстрее, помогайте. Вот это сюда. А это сюда. Вот так. Ура! Получается. Профессор, давайте, давайте. Нет, что-то его не пускает. А, видите, у него не хватает кусочка хвостика. Ой, точно, одного осколка не хватает. Быстрее, ищем осколок. А не надо вам ничего искать. Я уже все нашла. Баба-яга! Вот ваш осколочек. Видите? Я знала, я знала. Я знала, что вы не станете слушаться взрослых и все сделаете по-своему. Пожалуйста, отпустите профессора. Сейчас. Зачем вам профессор? О, он мне совершенно не нужен. А нужна мне... Это ведь ты обещала отдать зеркалу свою корону. Зеркало, зеркало, отдам тебе корону. Да. Вот и хорошо. Ты отдаешь корону, а я вам хвостик вашего любимого профессора. Ну как, пойдет? Ну как же,
Если я отдам корону, то я уже не буду царевной. Зато я стану царевной и буду править твоим царством. Думай, думай. Времени до рассвета много, пока петух не прокукарякал. Варя. Волшебная карта! Превращай меня в царевну! Я настоящая царевна! Ла-ла-ла-ла-ла! Я настоящая царевна! Шу-би-ду-би-ду! Хватит! Отдавайте осколок! Осколок? Какой еще осколок? Все! Я полетела править своим царством! Что? Вы же обещали! Ой, а где моя метелка? Метелку забыла, представляете? Девочки, окружайте ее. Мы не должны выпустить ее отсюда. Кукареку! Что такое? Кукареку! Кукареку! Не может быть! Только недавно пробила полночь. Помогите! Так вам и надо. Мне не выбраться. Я навсегда останусь в карте. Отдавайте осколок. Вот, заберите своего профессора. Только вытащите меня отсюда. Профессор, все в порядке? Вы как? Мы так за вас испугались. Как вы себя чувствуете? Помогите, у меня еще корона есть. Возьмите. Профессор, я же спасла вас. Варя, это был царский поступок. Я больше не буду. Кукареку! Петух-то не настоящий! Провели! Обманули! Профессор, что-то вы быстро как-то. Я даже не успел. У девочек все в порядке? Да, почти. А, ну, хорошо, хорошо. Вы знаете, мне нужно еще немного подумать. Конечно, господин директор. Ой. Привет, мы царевны. Подписывайся на наш канал. Сон Марлен. Царевны, завтра открытый урок на тему «Змей Горынычи». Их головы, полеты, дыхание огнем. Змей Горынычи! Ух ты! Круто! Угу. Тема сложная, так что завтра вы у меня активные и внимательные. Тем более, что Кощей Кощеич будет. Кощей Кощеич будет. А, Кощей будет? Но я покажу ему открытый урок. Это просто сон. Солнце встало! На уроки поднимайтесь, лежебоки. Где все? Давайте скорее! Раньше начнем, больше узнаем о Горынычах. Здравствуйте, Кощей Кощеич! Здравствуйте, девочки. Похвальное рвение. Царевны, добрый урок. То есть начинаем утро. Ой. У вас все получится, не волнуйтесь. Всю жизнь мечтала увидеть Горыныча. На первом этапе изучаем управление драконами на маленькой копии. Ой, а когда же будут настоящие? Варя, на первом этапе. Не забегаем вперед. Уменьшенная модель дракона обеспечивает полную безопасность. Безопасность, верно. Начнем с одного дракончика. Рецепт несложный. В отвар валерьянки с чесноком добавляем 2 капли мышиного писка. И ни каплей больше.
Иначе... Ой, ой. Без паники. Просто нарушена дозировка смеси. Да-да, спокойствие. Это милые и послушные создания. Надоедливые какие-то создания. Какие-то мух, Горынычи. Да, ошибка досадная, но поправимая. Нет-нет, Кощей Кощеич, я сама. Торнадо! Я полностью владею ситуацией. Ой, прошу прощения, Кощей Кощеич. Девочки, что это у вас? А? Марлен, спецэффекты неплохие, но... Урок, надо признать, не вполне удался. То есть, я скажу прямо, совсем не удался. Я вижу, вы старались, но материал сложный. Профессор, а может, вы проведете урок? Вообще-то, Горыныч, ваша тема. А можно я попробую еще раз? Завтра, понимаете? Я просто не выспалась. Мне всю ночь кошмары снились. Не, не разрешит Кощей. А если разрешит, она опять не отдохнет? Вот именно, не выспится и снова не справится. Еще хуже будет. Да, жалко, Марлен. Бедняжка. Наверное, опять кошмары снятся. Девочки, мы должны ей помочь. Как? А мы сочиним для нее сон без кошмаров. Сейчас, сейчас. Я настроюсь на ее волну. Девочки, получилось. Я поймала ее сон. Бежим. А шапка зачем? Это шапка сномешалка. В общем, прибор передачи сновидений. Вы сочиняете сон, а я буду спать. И передавать его Марлен. Все, переходим в ее сон. Какой он мрачный. Да, где уж тут выспаться. Чур, я первое сочиняю. Все должно быть яркое, красочное. И платье, много платьев. И пусть сон будет еще и танцевальным. Что-то не то веселье. Так, а давайте пусть будут веселые овечки. Ничего не выходит. Ой, я боюсь. Все, я отправляюсь в ее сон. Девочки, вот кто наш сон портил. Ага, попалась. Что задумано, не сбудется. Где взялось, туда вернется. Ура! 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 Марлен, вы отлично выглядите. Ах, спасибо. Я, наконец, выспалась. Похоже, на этот раз урок по Горынычам получится. Ой! Ой! Привет! Мы Царевны. Подписывайся на наш канал. Волшебная мастерская. Эй, ну послушай, я просто не пойму, и в кого ты такая обидчивая? Вот когда 5 лет назад ты мне на ногу наступила, я же вообще ничего, ни словечка, ни звука, сразу и простила тебя, помнишь? Воздух, земля, огонь, вода. Так, теперь нужно... А! Элементарно. А я научилась красить воздух, земля.
объясните мне, для чего это вообще? Натащили из подвала всякий хлам, и теперь давай, чини. Мы что, готовимся открыть ремонтную мастерскую? А мне нравится. Еще чуть-чуть, и у нас будет замечательный ковшик. Угу. Поздравляю всех вас с ковшиком. Ты злишься, потому что сама починить ничего не можешь. Кто, я? Да просто жалко время на это тратить. Кстати, профессор сказал, что это задание факультативное. Хоп! Кто хочет, делает, а кто не хочет... В общем, я пошла. Игры на свежем воздухе. Рекомендую. Будет желание, присоединяйтесь. Ну что, так никто и не выйдет, что ли? Ну и ладно. Эй, ну все, все. Мир, приношу тебе свои... О, а что если совместить удар с заклинанием? И как это я раньше не догадалась? Только бы вот заклинание вспомнить. Стрелой улетаешь, чего-то там задеваешь, что ли? Ой, как я этого не люблю. Наверное, облака задеваешь. Попробуем. Хопа! Ух ты! Все из-за твоих глупых обид. Сидела бы дома, и труба на месте бы осталась. А я ведь только сказать собиралась. Уже почти сказала. Извинилась почти. Ну ладно, чего ты? Сейчас починим твою трубу. Я вообще-то самая крутая тут по своей волшебности. Ой. Что же это? Так я не то заклинание, наверное. Сейчас, сейчас, погоди. Видать, процесс не тот запустила. А как остановить? Как теперь остановить-то? Избушка, миленькая, не уменьшайся больше. Сейчас, сейчас, погоди. Я скоро. Что это с ней такое? Ее скоро можно будет в детский садик отвезти. Это я, что ли? Мяч попал в трубу, а в трубе у нее что-то важное, наверное. Вот она и уменьшилась. Понимаешь, у меня же колдовство носит характер этот, как бы сказать... Разрушительный. Да, а вот это, как его... Созидательное. Да, да, вот нет его, и все тут. Помоги, Кощей, по старой дружбе. Это когда ты мне подругой была? Ну, лет 200 назад, не помнишь, что ли? Я была такой милой белокурой девочкой. Кощеюшка, спешить нужно, а то она исчезнет. Обещаю не делать пакости. Неделю. Нет, месяц, месяц. Хорошо, два. Варь, что случилось? Я там сильно навредила, короче. Заклинание неправильно сказала и у избушки трубу мечом снесла. А из-за этого она уменьшаться стала. Сильно? Угу. Вообще странно. При чем здесь труба? Может, у нее там что-то очень важное? Ну, ты скажешь. Девочки, мне ее очень жалко. Она скоро вот так усенькая станет. Как помочь ей? Да просто! Мы же как раз сегодня ремонтом всяким занимались. Точно! Задание, задание. Где же оно? А, вот. Так, так. И заклинание. Девочки, поможете? Конечно, бежим! Ой, ничего себе! Здравствуйте, вы не переживайте. Быстрее, за дело. Так, левее. Вот так, закрепляй скорее. Варя, давай, у тебя получится. Воздух, земля, огонь, вода. Силы волшебные с ними всегда. Ура! Варька молодец! Ну что, пробуем? Ну же, расти! Это я виновата. Простите, пожалуйста, что я вашу трубу испортила. Мы ее починили, но... Вообще-то, это она сама ее сломала. Как это? Ох, как я этого не люблю. Ну и чего? Довольна теперь? Вот так это было. Девочки, вы молодцы. Я был уверен, что вы починили бы трубу
в любом случае. Ну да, тем более вот у нас факультатив был как раз, ну, по этой теме. Починка там всякая. Вот-вот, я про это и говорю. Да, но ведь не помогло. Избушка все равно маленькая. А это уже по другой причине. О, выручил. Спасибо. Ну, нам пора. Избушка, давай домой. Про обещание-то не забудь. А я пальцы крестиком держала. Ой! Неисправимо. Привет, мы царевны. Подписывайся на наш канал. Пряничек. Светящийся пудинг. Замечательно. Не тающее мороженое. Вы меня очень радуете своими успехами. Обязательно угостим Кощея Кощеича, когда он вернется. А что у Даши? Печенье с предсказаниями на вечер. Чур, я первое предсказываю. Сегодня же два друга уедут в сладкоземье. Какие два друга? Не знаю. Ты же это предсказала. А у меня, ну, в общем, вот. Я хотела приготовить пряник для сладких снов. И рецепт вроде бы простой, но пока я готовила, то заснула, а он сгорел. И так каждый раз. Что делать, ума не приложу. Сонечка, ну попробуй еще. Ты выбрала очень сложный рецепт. Ой. Сто раз уже пробовала. Все равно не получается. Но я тут кое-что придумала. А ты не подслушивай. Вот смотри. Скатерть самобранка. Приготовит все, что попросишь. Только тссс, никому не рассказывай. И ты тоже. Сказочный вкус, пряничный хруст. Несет сновидение мое угощение. Здорово! Домашнее задание выполнено! Теперь-то мой пряничек всем-всем понравится! Всем-всем понравится! Какой красивый! Какой румяный! А, чур, я первая пробую! Приятно познакомиться! Я пряничек! Я вам понравлюсь! А я Варя! И мне надо поспать! Варя! Сладких снов! Варя, Соня, похоже, ты переборщила с сонными чарами. Давайте дружить, я вам понравлюсь. Ох, а ты нам уже нравишься. О, мне снится единорог. Ты что наделал? Буди их обратно. Кажется, все вчера не выспались. А с кем же мне тогда дружить? Твой пряничек всех усыпляет, бежим. Куда же вы? Ох, не сладко мне приходится. Соня, рассказывай, как ты его пекла? Я испугалась, что у меня ничего не выйдет. И использовала скатерть-самобранку. Только она как-то неправильно сработала. Может, ее постирать сначала надо было? А инструкцию ты читала? Нет. Привет, здесь есть кто-нибудь? Лицевая сторона скатерти создает в точности то, что попросишь. Вот. Дай сюда. А изнанка добавляет блюду волшебные свойства. Значит, я положила скатерть не той стороной. Так вот, почему твой пряник усыпляет всех одним прикосновением, да еще и ожил при этом. И что же делать? Вот, смотри. Чтобы остановить волшебство, нужно приготовить такое же блюдо своими руками. У меня не получится. Я же засыпаю все время. Да получится, Соня! Я тебе помогу! Испечем самый красивый пряник на свете! Куда же все подевались? Ой! Давай дружить! По рецепту нам нужны сонный имбирь и дремотная гвоздика. Вот она!
Ой! Как хорошо, что я вас нашел. Вода! Это его задержит на какое-то время. Мне нельзя мочить ножки, я же пряник. Бежим! Куда же вы? Не бросайте меня. У нас есть время, пока вода не высохнет. Масло, мука, заклинание. Вкусно. Мед, имбирь, гвоздика. В печку. Ты огонь сделала поменьше? Сделала, сделала. Теперь точно все получится. Ох, и не сладко мне. Все друзья разбежались. Ой, сейчас он нас заметит. Что же делать? Уже пора пряник доставать. У меня есть план. Раскачивай люстру. Вот ты где. Как высоко ты забралась. Хочешь, я помогу тебе слезть? Пряничек, смотри! Какой хороший! Давай дружить! Как хорошо, что ты не уснул! Извините, что я схитрила. Я не знала, что так получится. С волшебными предметами нужно быть очень осторожными. Но зато какие чудесные пряники у тебя получились. И что же нам с вами делать? А у меня есть хорошее предложение. Кощей, Кощей! Я только что из Сладкоземья. И там будут очень рады появлению новых жителей. У ваших пряничков будет полным-полно друзей. Сегодня же два друга уедут в Сладкоземье. А предсказание-то сбылось! Привет! Мы царевны! Подписывайся на наш канал! Лягушачий камень. Только не открывай, дай я догадаюсь, что там внутри. Там дерьмовочка, которая оказалась твоей троюродной сестрой. Нет, там мальчик с пальчик. Давай посмотрим скорее. Да нет там никаких мальчиков. Надеюсь, наших мальчиков тут тоже нет. Вот. Бабушкино кольцо с лягушачьим камнем. Красота неописуемая. Да, и волшебство неплохое. Достаточно дотронуться, чтобы превратиться в лягушку. Ква! Вторым касанием принимаешь свой обычный облик. Волшебно! По нашей лесоводской традиции его можно надевать только в день всех болот. Но я его теперь решила носить постоянно. С тех пор, как приехали мальчики, я стала нервничать. А когда я волнуюсь, могу превратиться в лягушку. Нечаянно, в самый неподходящий момент. Ой, вот опять... Знаешь, каково это? Не знать, кем ты сейчас окажешься. Подумаешь, в лягушку пару раз превратилась. Зато они прыгучие, и квакучие, и нырячие. Вечно ты делаешь из мухи лягушку, то есть слона. Ты просто не знаешь, каково это. Быть лягушкой и квакнуть не успеешь, как с тобой что-нибудь случится. А потом еще все смеяться будут. Сдавайся, чудище, или превращу тебя в жабу. Мальчишки, прячемся скорее, а то я начинаю волноваться. Спокойно, никаких пряток. Я знаю, что делать. Ты сейчас же покажешься им в виде лягушки и поймешь, что бояться нечего. Ничего ты не поняла, Варька. Василиса, погоди! А почему тут все такое большое? Я, наверное, до кольца дотронулась. Значит, я теперь... Лягушка! Смотри, Ливан! Смотри, у нее корона. Спорим, это дочка Водянова. Мое почтение. Ой. Слушай, у нас в Эльдорадо лягушки были веселые и обожали всякие соревнования. А дивногорские какие-то вялые. Я их понимаю, скучаю целыми днями. Давай им гонки устроим. Отличная идея. Эта в короне точно всех победит. Буду болеть за нее. Вообще-то я царевна... Так что я вас в два прыжка обскочу, а потом найду свою подругу и расскажу ей, как классно быть лягушкой. Так что учитесь у меня, пока можете. На старт! Внимание! Ква!
Я совсем не так хотела прыгнуть. Перепрыгиваем. И как Василиса так здорово прыгает. Это же очень сложно. Все, допрыгалась. Наверное, дочка Водянова лучше плавает, чем скачет. Может, повторим? Ну уж нет, мне некогда. Меня Василиса ждет. А вам повезло, что я не в форме. Ква-ква! Варя, Варя, ты где, а? Варь, извини меня, я просто испугалась. Василиса, Василисушка, я здесь, внизу. Меня тоже никто не понимает. Я им квакала, квакала, а они... Добро пожаловать на Дивногорские авиалинии. Следующая остановка — пруд у моей избушки. Может, хоть минутка пройти, чтобы меня никто никуда не тащил? Теперь понятно, почему лягушки все время в болоте прячутся. Будете тут жить, в тесноте, да не в обиде. Мой собственный пруд с фонтаном. Он, правда, ломается все время. Но зато пруд надежно заколдован. Из него не сбежать. Так что будете по вечерам мне концерты давать. Фу ты, опять сломался. И чтобы чисто петь, многоголосием, фальши не потерплю. Раз нельзя выпрыгнуть, придется выпасть. Так, подруги, нам пора скакать отсюда. С Егой мы точно не споемся. Прыгай, как я, налево, направо. Ну, что сидите? Давайте, ква-ква. Да что ж такое? Эй! Куда же вы? Подожди! 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 Оставайся! Будешь у меня сольно выступать! Я тебя звездой сделаю! Осторожней! Берегись! Эй, ты чего? Совсем летать не умеешь? Ого, летающая лягушка! Да это ж наша, Короне! Лягушка-летяга! Василиса! Я уже лечу! Прыжки в воду с вороной! Надо будет включить в соревнования! Спасите! Катастрофа! Тону! Варя, Варя, держись! Василисушка, со мной столько всего случилось! Сначала соревнования, я их почти выиграла. Потом мой сольный концерт отменили, так как мы из корзинки сбежали. Но в конце этот ворон совсем летать не умеет. Погоди, погоди, я вообще ничего не понимаю. Зато я теперь понимаю. Быть лягушкой очень трудно. Ты уж прости, что я тебе не верила. Конечно, прощаю, подруга. Ква? Ква. Только теперь меня мальчишки засмеют. Ой, сначала глупо прыгала, потом в воду свалилась. Тогда пусть над нами обеими смеются. Когда рядом настоящая подруга, это не страшно. О, это было очень круто. А нас научите? Пожалуйста. Я черновора не летаю, а я ныряю с ворона солдатиком. Варя, еще раз. Это прыжки в длину, а не в высоту. Ты лягушка, а не кузнечик. Мальчики, скачите осторожнее. Главное не победа, а ничего не сломать. На старт! Внимание! Давай! Привет! Мы царевны. Подписывайся на наш канал.